Добрый день, дорогие друзья! Это видео будет называться «Вечерний Барнаул». Вот он перед вами. Вечерний Барнаул. Сейчас у нас время, сейчас скажу сколько, 17 часов 50 минут. Это город Барнаул, Ленинский район. Для тех, кто не знает, для тех, кто когда-то жил, вспомнит. Это пересечение улиц Антона Петрова, Малахова, кольцо, так сказать. Вот там аллея идет. Те, кто раньше жил. Вот тут раньше рынок был. Сейчас смотрите, высотки стоят. Рынка давным-давно уже нет. Там продавали, коммерческие киоски стояли, продавали там продукты питания, вещи там. Так, всего понемногу было. Сейчас, вот, смотрите, одно высотное здание и второе. Вот этот рынок когда-то Малаховский назывался. По названию улица Малаховская. Малахова, точнее. И Антона Петрова. Тут на той стороне, вот я сейчас выйду немножко, спущусь со ступенек. Вот. Тут у нас торговый центр «Огни». Кстати, один из самых, вот видите, большой такой, красный. Это торговый центр «Огни». Он самый популярный, считается, в городе Барнауле по посещаемости. Ну, потому что находится на такой развязке. Вот. Многие сюда ездят, тут много всего продают. Бюргер Кинг, есть Мария Райм, видео, спортмастер магазин. Вот, друг мой идет. Вот, я не знаю, вот, поздоровался. Да дела нормально. Вот, видео снимаю, вечерний Барнаул. Веришь, нет. Вот, видите, здесь живут мои друзья, и дыхание на затаях. В московских окнах. Вижу себя я. Так сразу напел. Сегодня в караоке пою, короче, там день рождения у хорошего человека. Вот, надо спеть. Просили петь всю ночь. Ну, значит, будем петь всю ночь. Не трудно для меня, не сложно. Такое видео. Дорогие друзья, кому понравилось, пишите лайки. Ой, пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш, путешествие автомобиля. Желаю вам всего самого наилучшего. Заодно поздравляю вас с праздником. День единства России. Здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Всего вам доброго, дорогие друзья.